Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на Сироде на Ролиплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулу, и не забывайте вводить мои пристрации. Ну что ж, пацаны, снова давно не было серии, а все потому, что я не знаю, что снимать, пацаны, на родине. Я не знаю, серьезно. Пожалуйста, пишите свои идеи в комментариях, что мне поснимать на родине. Что бы вы хотели посмотреть, или что бы вы смотрели, потому что у меня реально идей почему-то нету. Я наконец-то установил новый модпак, ну как новый, последний модпак, который вышел, я установил. Я просто охуел, это по-другому, пацаны, не сказать. Вы просто на это смотрите. Ладно, здесь все нормально, Тесла как и была, так и осталась. А вот здесь, это была Бугатти, теперь это Dodge SRT, блять, понимаете, Dodge SRT. Была Бугатти, теперь это Dodge SRT. Я ради этой машины вернулся на родину, понимаете, когда эту Бугатти сделали. В итоге теперь это Dodge SRT. Я не понимаю, что за решение, но это еще ладно. Но то, что, блять, BMW седан поставили на нее модельку джипа, это пиздец просто, это пиздец. Реально, я не понимаю, почему модпакер делал этот модпак, ну серьезно, не в обиду уродине и модпакеру, ну серьезно, ну как можно было на BMW седан, стандартная машина это тоже BMW седан без модпака, а на него поставили просто джип, понимаете, джип, это как вообще, я не понимаю просто, это просто пиздец. Короче, пацаны, сегодня я решил продать вот эту машину продать, Audi полицейскую, Теслу я пока оставлю и вот это чудо я тоже пока оставлю, поэтому, пацаны, вот как-то так. Давайте хотя бы проеду с ней, посмотрю, что это вообще такое. Она еще такая маленькая, пиздец просто, смотри, какая она просто мили. Она реально очень маленькая. Это не джип, это, блядь, какой-то, блядь, не знаю, какая-то игрушка маленькая, понимаете? Я просто не понимаю, зачем это было делать. Блин, могли бы поставить Е60 обратно. Ну, блядь, не джип же ставить на эту херню, понимаете? Да уж, конечно. Я серьезно не понимаю модпакера, зачем он это сделал просто. Зачем? Зачем просто? Чем это было аргументировано? Зачем было ставить на BMW F90 вот этот джип? Это ж пиздец. Ну, я не понимаю, серьезно. Ладно, все, пацаны, давайте я уже доеду до, получается, авторынка, точнее, был рынка, и мы там уже продолжим. Я хоть одну машину какую-то продам и купим уже какие-то новые машины. И я хотя бы посмотрю модпак в целом, может быть, что-то интересное и добавили. Короче, пацаны, я решил слить эту тачку в ВОЗ, потому что ее никто не покупает. И мне должны вернуть, по идее, 300 тысяч. Давайте я это сделаю. О, в натуре 3 ляма вернули. Нормально. Тогда хуй с ней, потому что ее никто не покупает. Скорее всего, она есть в автосалоне, поэтому ее никто не купит. Сейчас я арендую какую-то тачку и поеду за BMW, либо полицейский Audi, я не знаю, что продавать. Потому что я хочу реально изменить свой автопарк. Купить что-то новое, что-то интересное, что-то прикольное, что мне будет нравиться. А вот эти все тачки, они уже мне не нравятся, поэтому я готов их тебе продать. Так, пацаны, я нашел чувака, он за 65 готов забрать эту машину. Я продал ее. Теперь у меня осталось BMW и Tesla и Maverick. Ну, Maverick я не продаю, в принципе. Теперь у меня есть 11 миллионов. Сейчас я, наверное, реловнусь, и мы поедем, возьмем джип и его также продадим. Насчет Tesla не знаю, возможно, продам, возможно, не продам. Ну, а джип я сейчас точно хочу продать. Короче, пацаны, я принял решение слить его в ВОЗ, я не знаю, сколько мне за ним дадут, и мне за ним дадут лям 200. Я, короче, решил забрать этот раптор. Блять, там пробега, понимаете, пацаны, почти, блядь, 2500, поэтому его бы никто не купил бы. За 4 даже его толком никто не хотел покупать, там, за 2 хотели купить, и то тёлка офнулась, поэтому я его продал за вот такие вот деньги. Так, 4 миллиона, Ford Raptor, 4 миллиона я у него забрал, и у меня остается еще, получается, 8 миллионов. Так, пацаны, я слил ее в ГОС, я слил уже свою, наверное, машину сейчас. Просто чувак сюда быстро начал тоже ехать. Так, здесь у нас стоит Audi и так далее, блин. Вон чувак приехал, чё, вот она стоит. До свидания просто. Ха, не успел купить, сука, я успел ее купить. Просто отдыхай, дядя. Вообще просто, пацаны, слил свою тачку и словил же свою тачку. Это просто охуенно, пацаны. С вас сопятно лайки за эту серию. Я сегодня продал почти все свои машины. И в итоге еще словил обратно свою машину. У нее теперь целка 0. Ну, пробега 0, потому что с пробегом тачки не берут. И я купил себе вот такой вот раптор. Это будет мой основная тачка, жоповоз, короче. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите играть вместе со мной на родину. Итак, пацаны, это еще не конец. Я снимал уже спустя час, и я продал обратно Чироки, то есть джип, и продал, получается, Теслу. Сразу скажу, пацаны, что я в экономике на родине не шарю на центральном округе. Кто шарит в экономике именно на центральном округе, то есть на первом сервере, то пишите в комментариях, лоханулся я и где я лоханулся. Пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Кто на других проектах играет, ну точнее серверах родины, там разная экономика, пацаны, можете не писать. А кто именно на центральном играет и кто шарит в экономике, то можете писать в комментариях.
гектаре. Короче, я продал, получается, Теслу и джип продал. У меня остался Ford Raptor, который я купил. И я купил себе чисто для души, получается, вот эту копеечку. Я ее не буду тюнговать, просто она у меня будет. Я буду на ней ездить, мне она нравится. Я ее тюнговать не собираюсь, потому что влаживать в нее миллион как-то желания особого нету. В следующей серии, скорее всего, мы поедем в казино, пацаны. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и теперь точно всем пока-пока.